Еще один раз добрый вечер всем. Оценка. Мы приходили туда победить эту игру. Жаль, что не получилось. Очень мало моментов на мой вкус создали, главное в втором тайме. Ждали, что соперник будет только навесми, что то сделать, что были для нас не очень опасны. Жаль, говорю, в втором тайме, что нам не создали мои игроки больше голових моментов и я был уверен, že my эту игру можем победить. Я им благодарю и за ничью, но я ожидал, что эту игру мы можем победить спокойно. После того, как их сыграли в среду кубковую игру с Енисей. Настроение и желание в команде было максимальное. Очень важно тоже, еще последнее, извиняюсь, для этих двух наших болельщиков, которые сделали эту длинную дорогу, чтобы делали поддержку. Я это тоже очень важно оцениваю. Спасибо. Прошу вас вопросы. Похоже, вам легче обыграть Енисей, чем здесь, вы. Знаете, что я тоже считаю за опытную команду, потому что не надо запоминать, в прошлом году тоже играли, выступали Premier League, большое уважение, но я за это говорю, мы готовились на эту игру и мы были уверены, что можем и здесь победить. К сожалению, не были готовы на погоду, где вы уже, наверное, вы привыкли, что вот так трудно. Для нас это снег и холодно было. Что-то тяжелее, но говорю, поле было отличное. Я только рассчитываю то, что мы в этой игре не создали больше голевых моментов. Я уверен, что как бы в втором тайме создали больше опасных моментов, мы победим в этой игре. Прошу вас. Болел ли травма Дмитрия Тихова на ваш игровой план в втором тайме? Наверное, да, чуть да, потому что Женя Смирнов вышел на замену, неожиданную замену, который мне бы после не был разминутый. Конечно, нарушил, но сегодня еще у него Дима Тихий не так важный игрок для нашей команды, чтобы вообще нарушил концепцию. Жал то, что эту травму получил. Я думаю, это было его недисциплина, потому что он вышел до такой барби, где нельзя было заходить. Прошу. В первом тайме вы пытались контролировать мяч, были у вас и подходы, удары, но во втором как-то не и моментов тоже даже не было. Я считаю, я это же сказал, очень мало моментов в втором тайме дали, потому что домашний соперник или домашний начали больше играть на навесми, на длинные мячи, и мы больше остались в подборе, и в втором тайме больше игра пошла на барбу. Это жаль было, потому что для болельщиков тоже потеряли хороший футбол или такой, что смотрится. Мне самому очень не нравится вот такой футбол навесми. И сегодня домашние только хотели все навесми сделать. И мы старались играть низу, но говорю, на мой вкус, даром там очень мало мы старались, чтобы забили. Да, пожалуйста. В первом круге, в первом туре, когда с вами играли во Владивостоке, 3-0 ваша команда выиграла, там Бажин забился, Мятин был. Сейчас они в запасе, с чем связано, что они сегодня не вышли? Знаете, тогда еще у меня не было. Это был для нас очень хороший результат, но потом команда остановилась как-то. И вот вы сказали, вот эти трех игроков, которые были очень важны для нас, и сейчас они важны, но другие игроки вышли, которые показывают моментально лучшую игру. Ну, конечно, и Бажеви, все остальные Мязин получают свои шансы, как будут лучи, которые сейчас вышли на поле, будут они играть. Но у нас сегодня 18 ровных игроков, и кто в лучшем состоянии находится, тен играет в данный момент. Мы готовились к этому матчу, и считаю, что провели достаточно неплохую игру по содержанию. Но у нас, знаете, как вот Тришкин кафтан. Натянешь на голову, ноги мерзнут. И наоборот. Вроде бы сыграли достаточно, считаю, дисциплинированно в обороне. Вот. Но впереди, считаю, что моменты и подходы были достаточно хорошие, активные. Но всегда что-то мешает. То передачу делаем неправильно, то открываемся неправильно, то завершить не можем, то решение неправильно не принимаем в конце. Поэтому понятно, что при хорошей, в принципе, нормальной игре, содержательной, мы по атаке не смогли реализовать хотя бы один из моментов. Вот. Ну, не хотелось бы мне говорить, кто сегодня в большей степени там из игры выпадал. Я думаю, это наше внутреннее дело. А то, что сегодня порадовали и
гвинейский и Макурин, это, наверное, однозначно. То есть провели достаточно хороший, содержательный матч. И, думаю, могут еще прибавить, еще играть более содержательнее. То есть к этому предпосылки есть. Вот. А, наверное, спросите меня, почему у нас нет усиления игры. На самом деле, да, у нас есть определенные проблемы, что по усилению у нас пока не получается. Так получилось то, что и да, Бальты выбыл, и Сасин выбыл из игры по травмам. Вот, и Войдаль по определенным причинам выбыл, поэтому вот на сегодня все, что есть, мы пустили в бой, играли, в принципе, с двумя нападающими. Поэтому нужно, наверное, задуматься вот этот балласт, который у нас висит в запасе. Я думаю, надо искать усиление, чтобы мы хоть как-то могли варьировать игрой, в каких-то моментах усилять, на какие-то схемы переходить другие. А так как мы играем вот с листа и без усиления, ну, на самом деле это достаточно тяжело. Вот то, что я хотел сказать по игре. Спасибо. Ваши вопросы прошу вас. Ну, было два хороших таких полумомента у нашей команды, когда вот Санаев в первом тайме выходили с Соболевым на одного защитника. И вот такой же момент во втором тайме, когда вот Санаев тоже оказался мяч, там справа был. Венецкий, вот к вам вопрос, просто интересно, как бывшему нападающему, то есть как оценить действие Санаева? То есть нужно было ему ли лететь до конца с мячом, или все-таки как-то партнеру отдать свободу? Вы понимаете, я начну с первого тайма, я сделал замечание. Вот мы тренируемся, есть, допустим, специальные упражнения, да? Ставим плошки, есть какое-то задание, да, на тренировках, когда, допустим, идет работа над передачами. И вот они в тренировках, вот вы поверьте мне, да, делают такие же передачи, когда без помех, без каких-то заданий, человек просто берет и на 10 метров, на 10, на 5, на 7, делает просто передачу неточную. Вот я им делаю замечания, там, начинаю там останавливать, говорить. Они мне все говорят, да ладно, что там, это же тренировка. Понимаете, вот сегодня такой же момент был в первом тайме, когда вратарь гостей обрезал, Соболев получил мяч. Стоит Санай один. Ты сделай ему передачу. Просто точную передачу в ноги. Он ему дает передачу, но дает на 7-8 метров дальше. Понимаете, вот это вот качество, это неправильное принятие решений. Понимаете, оно же зависит на самом деле от результата. Вот в чем вопрос. Они думают, что они все умеют и все знают. Но вопросов нет. Если вы все умеете, все знаете, ну вы выходите, обыгрываете всех по 3-0. И я не буду вам уделять внимание на эти, допустим, мелочи в тренировках. Но это же все сказывается. А по поводу, допустим, многих действий в нашей атаке, при подходах, мое мнение, то, что нападающие не должны так открываться. То есть, если мы играем два нападающих, если у нас идет какая-то атака фланговая, обязан, это закон футбола, как нас еще и Кузьмич учил, обязан первый нападающий, ну, ближний нападающий, да, играть по ближней штанге. Он обязан блокировать игрока переднего. А второй уже должен забивать. Но, к сожалению, у нас этого нет. Они все стоят и ждут в своих зонах эти мячи. А в зонах стоять не надо. Посмотрите, как вчера Бавария с Лейпцигом играла забитые мячи. Это, вот понимаете, зачем установки, зачем теоретические знания? Вы просто включите хорошие игры,
И посмотрите, как люди играют. Понимаете, там все сказано. Он не бежит под нападающих, он бежит в свободную зону. Идет качественная передача, идет завершение. Все, что нужно в штрафной площадке. Потому что там много времени дадут. Прошу вас. Валерий, все-таки по усилению, я имею в виду, возвращение в строй Диабальда и Сасина, есть какие-то понимания, когда они смогут выйти? Потому что Диабальда особенно не хватало. Ну, вы знаете, это очень тяжелый вопрос. У нас уже Салахутдинов лечится около двух месяцев. Я в медицину не могу залезть, вот, поэтому что-то прогнозировать я не могу. А что я могу вам сказать с Сасиным? Футбол – это контактная игра. Понимаешь, контактная, это не шахматы. И ушибы есть у всех. И когда человек пропускает игры из-за ушиба, я считаю, что это чисто непрофессионально. Там нет никаких сложностей, никаких проблем. Поэтому он заменился. В Волгограде. Но ничего серьезного там нет. А по Деобальду есть момент, да, достаточно тяжелый был ушиб. Ну, будем надеяться, что, ну, дай бог, подойдет к следующей игре. А по другим тяжело сказать. Да, прошу. Валерий Юрьевич, показал, что второй тайм более динамично прошел. Это вы что-то в перерыве, да, они сами быстрее забегали. Накормили чем доктора? Ну, если вы заметили, наверное, не весь второй тайм, а первые 25 минут, ну, 30, может быть. А все-таки на концовку нас не хватило. Если бы не было дополнительного времени, может быть, побольше бы силенок осталось, если бы была бы ротация в составе, много чего, если могло быть, но пока такого нет.